Иваново в лицах. В Доме национальности подвели итоги фотоконкурса с таким названием. За 3 месяца на суд жюри поступило более 150 работ. На итоговую выставку попали только лучшие снимки. Организаторы надеются, что этот конкурс хотя и первый, но не последний. Проводился он в 3 номинациях. Работы разнообразные, очень интересные. И, конечно же, мы хотим, чтобы наши горожане, потому что участие в конкурсе может принять любой житель нашего города, за целый год накопили хорошие, отличные работы и в следующем году также прислали нам их на конкурс, чтобы мы могли их оценить. Екатерина Данилова стала победительницей в номинации «Традиции нашего дома». Жюри понравилась работа под названием «Где мы с тобой танцуем вальс». Девушка очень любит фотографировать и рассказала, что также представила на конкурс снимки, где запечатлены ее подруги. Это мои одноклассницы, и они попросили, чтобы я их пофотографировала. Первая фотография была сделана недалеко от школы. Мы просто вышли на прогулку и подумали, а почему бы здесь не сфотографироваться, ведь какой контраст полевые цветы и на заднем фоне многоэтажные дома, как все необычно в нашем городе. Ну а другая фотография просто, почему бы не сфотографироваться на таком осеннем фоне. В конкурсе «Иваново в лицах» могли принять участие все желающие, вне зависимости от уровня мастерства. Конкурс преследовал цель – показать достопримечательности города и познакомить ивановцев с самобытной культурой разных народов. Но, по мнению жюри, именно интернациональная тема на этот раз была представлена не так широко, как хотелось бы. Хотелось бы пожелать им, чтобы в следующий раз больше уделяли внимание именно реальной жизни людей, потому что очень много работ просто в ряженых костюмах. Конечно же, но Иваново город многонациональный, много национальностей, много общин, в которых кипит своя жизнь. Вот хотелось бы, чтобы вот это пытались участники отобразить в своих работах. Повлиять на итоги конкурса могли и зрители. В сети было запущено интернет-голосование. По его итогам победила работа, представленная на конкурс Жанны Дыник. Этот снимок у пользователей соцсетей вызвал наибольшую симпатию. Любовь Подчерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.